Гомельское областное громадское объединение «Союз лечих» третий год запар ладит семейное новогоднее мероприемство. На свято запрашаются дети супрацовников ОСК нашего региона. Конечно, разом с батьками, как весело и, главное, разом провести вольный час. По традиции места встречи Гомельский областный драматичный театр. У лику гостей наши корреспонденты. У Гомель з усяго регіона приїхали свыше 300 дітей разом со своими батьками. У кожной семьи, как минимум, один из дорослых працює у подразделения управления следчего комитета по Гомельской области. У силу особливостей профессии организовать семейный отпочинок удается не так часто, как того хотелось бы. И вот у передновогодние дни ладится такое святочное мероприемство. Соправдный подарунок и не только для детей. Это возможность создать праздничную атмосферу, поздравить детей. И, конечно же, вторая идея – это дать возможность родителям почувствовать себя родителями. Потому что, к сожалению, в силу специфики нашей службы не всегда мы можем уделять достаточное внимание нашим детям. Поэтому это еще очередная возможность побыть вместе с детьми, почувствовать себя родителями и получить заряд хорошего настроения. Настрой не на жарту сняла музычная программа с Дедом Морозом и Снегуркой, организованная под высокой елкой драмтеатра. Танцы, спевы, отгадывание загадок и гучное вымовление заповедных слов. Новогодняя казка. Инакше не скажешь. До речи, головные герои свята запросили гостей протягнуть мероприемство у глядацкой зале за проглядом неверогодной казки. Я по выходным люблю играть с папой. Засверкай огнями, елка, нас на праздник позови. Все желания исполни, все мечты осуществи. Артисты драматичного театра подарили соправдную осолоду глядачам и дорослым, и маленьким. Дети не могли утриматься на месте от музычных композиций, чем забавляли своих родных. На проканце представления юных гостей мероприемства чекал еще один сюрприз – солодкие подарунки. Евгения Кухаронок, Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».